Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Оно посвящено необычной работе. Смесь стимпанка и вот такого вот необычного инопланетного захвата, скажем так, реальности. Это, наверное, под влиянием вот этой вот работы, которую я делаю вот уже долго. Это «Чужой хищник». Вот такой вот нож. Здесь смешанные, ну, такие стандартные для меня, но, наверное, необычные для других материалы, как рог тура кавказского, потом рог буйвола, вот такой желтенький, вот такой черный на черепа. Такие материалы классические для стимпанка, как медь, латунь, еще томпак использовал, это сплав меди с латунью. Потом такая вот железяка порошковая CPM S90V. Потом вот такие вот, все вот эти вот атрибуты. То, что бывает классически для стимпанка, но вот то, что необычная форма, необычная вот эти вот, необычная подставка для именно этой, для этой субкультуры, так скажем. Вот смесь такая. Может понравится, может не понравится людям, но вот решил сделать так. Так, здесь вот у ножа хвостовик клином. Ставка вот здесь. Одна идет из рога буйвола. Ставка здесь из рога буйвола. Все проволоки вот эти вот закрепленные просверлил и насквозь провел, потом здесь закрепил. Почти все так сделал, чтобы они вот не отходили. Здесь вклеены еще латунные такие барабаны и пропаяны вместе вот эти вот проволоки между собой. Также припаяны вот эти части. Можно было не заполировать, но я специально заполировал так, чтобы это казалось уже, ну, действующим какой-то механизм. Не стал. Вот можно было сделать так, чтобы вот эти вот шестеренки крутились, но это более трудоемко и уже более затратно по времени. Решил сделать так вот. Так, еще хотел, чтобы было механическое движение вот этих глаз. Но механическое движение глаз уже изменяет полностью сам череп. Поэтому решил сделать стандартные такие вот ставки. Но вот идея была так, что это не человеческий череп, а робот. Биоробот. У него движение глаз чуть по-другому, чем у человека. А вот эти уже, вот смотрите, череп человека. Ой, не видно же ничего. Или видно? А здесь череп уже, ну, обезьяны. Вот смесь между человеком и обезьяной. И вот что-то такое перемещение, не знаю, что там, души, ДНК, там, не знаю, чего они там перемещают. В общем, создают что-то свое, среднее. И это все на паровой основе. Бред, вот я сейчас рассказываю, ну бред, ну что делать, фантазия такая. Нож не заточен, но сведен очень тонко. Вот он практически иногда режет даже. Захват нестандартный, вот такой вот. Можно так, вот он. Можно обратно хватом, так. Так, вообще, если этот нож, извините, рукоятку вот так вот загнутую сделать, то это очень хороший нож для резки пиццы. Вот. Очень отлично, прям отлично режет пиццу. Также, что еще хотел, травление сделано, даже это не совсем травление, я сначала сделал резьбу, вот такую вот алмазными шарошками, вот это все полностью, а после этого травил. Потом отполировал, дальше нанес какие-то еще дополнительные травления сверху полировки. В общем, вот такие вот. Здесь все пропаяно. Вот это. Мне вот этот элемент очень понравился, как здесь сочетается. И буду использовать в другой работе это. Все собрано на суперклей гель и простой суперклей. Другие не использовал, потому что очень много деталей надо было закрепить. И нужно было очень быстрая фиксация. Также вот здесь припаяна вот эта проволока. Внутрь вставлена. Также припаяна здесь.
В общем, здесь дата стоит у меня как 01.01.2017. Это дата окончания работы. А сталь у меня здесь, как видите, S90V. Вставляется вот так вот. И вот здесь дал до небольшого щелчка. Оп, сел. Вот такая работа. А, не знаю, это коммерческий проект, не знаю, как его оценить, во сколько его оценить. Поэтому, если хотите, я оставлю внизу почту, просто предлагайте свои цены. А, самые интересные рассмотрю, свяжусь. Отвечать не буду, сразу говорю, потому что очень, ну, не до этого, в общем. Всем пока, всем спасибо, всем здоровья. Спасибо, что со мной. Спасибо всем, что интересуетесь, что-то спрашиваете, что-то пишете. Всем здоровья, всем пока.